Всем привет, мои хорошие! Пришла посылочка из Иваново, из Василька. Большая такая посылка пришла. Ух! И мне не терпится ее быстрее открыть, посмотреть, что же там. Тут столько всего классного, я даже прям не знаю. Она пока шла, я уже подзабыла, что заказывала. Вот так примерно помню. Мне уже не терпится прямо посмотреть. Счастье. Что-то тут такое классное. Какое-то я покрывало заказала. Ой, девочки, какая прелесть. Вот люблю такие вот прямо... Няшные такие вот покрывальца. Ну, это еще одно покрывало будет. Я почему-то захотела однотонное светлое покрывало. Вот я его увидела и думаю, надо брать. Я не знаю, как вам показать рисунок, а я его, наверное, постелю и покажу. Это покрывало плюш велюр называется. Это на двуспальную кровать, но я взяла такую побольше. Здесь 200 на 220 размер. Вообще классный. И стоит 876 рублей. Такое покрывало, вы знаете, закутаться просто вот зимой. Я не знаю, мне кажется, просто кайф. Кайф. Ой, какое хорошее. Ой, лапочка. Оно правда такое нежное, прям я не знаю. И на нем какой-то вот выбит такой рисунок. Я его застелю, вам покажу. Заказала я опять постельное белье. Ну как же не заказать, как без постельного белья? Я взяла все в раздельности, но это комплект, не комплект, это в общем изящество, есть с комплектом, а есть отдельно. Вот изящество, мне рисунок почему-то понравился, я взяла такой бело-голубенький. Такой обыкновенный, можно сказать, рисуночек. И просто не пододеяльник вот с таким вот узором. Наволочки по 99 рублей. Бяс, я уже сказала. Простыня 357 рублей. Тоже вот это изящество на двуспальную кровать 200 на 220. Ну а пододеяльник на полуторку 534 рубля. Еще, девочки, я взяла просто белую простыню Бяс. Это по ГОСТу, ГОСТовская белая простыня. Размер евро. Но мне она нужна для фона, поэтому я взяла вот такой большой размер и чисто белую простыню. Махровое полотенчико взяла Туркменистан 40 на 70. Кухонные полотенчики, они всегда нужны. Поэтому я взяла еще... Потому что, ну, чтобы чаще их менять, чтобы было еще дополнительное. Полотенчика 76 рублей стоит. С бельем закончили. А теперь из одежды, что я заказала. Самое интересное. Розовое, что-то розовое у меня тут. Надо открыть. Розовое. Девочки, это розовая сорочка. Вот она вот с таким рукавчиком идет. Дальше идут разрезы вот такие по бокам.
И один кармашек небольшой, ну, такой декоративный. В общем, эта сорочка, она сойдет и за туничку. В ней можно будет ходить просто по комнате. Это уже вот сейчас холодает, уже хочется немножечко, чтобы плечики были закрыты, чтобы не мерзли. Ну, в общем, мне что-то эта штука понравилась. Уже такой цвет приятный. Я ее сейчас одену и вам покажу. Сорочка стоит 259 рублей всего лишь навсего. Здесь все хорошо обстрочено. Внизу вот это вот, внизу вот этот разрезик, он оверложен хорошо. В общем, такая вот она классненькая, прикольненькая. Трикотаж прямо настоящий. А еще я заказала длинную тунику. Но она длинная не до самого пола, но, по крайней мере, она удлиненная. А внизу у нее два разреза по бокам. Вот такой рукавчик идет. То есть просто закрывается плечико и все. И вот такой принт. Одежду я заказываю как и обычно 52 размера, потому что я уже говорила, я люблю, когда все просторное, ничего нигде не жмет. Не люблю в обтяжку носить. Ну, одену, посмотрим. Ну и вот что я себе ждала прямо, потому что у нас уже похолодало на улице. Я заказала себе такой утепленный кардиган, серый меланж называется. Стоит он 1045 рублей. Он на молнии до самого низа идет. Внутри он идет с начесиком. Ну и, во-первых, конечно же, это все хлопок, никакой синтетики. Вот эта вещь, которую прям я ждала. Она с горлышком, чтобы ветер не продувал. Она с длинным рукавчиком. И удлиненный. И с кармашком внизу. Вот один такой кармашек. В общем, не терпится одеть и показать вам. Но к этому кардигану я еще заказала брючки черные. Тоже утепленные.
вот такие вот брючки. Брюки стоят 574 рубля. Они идут с внутренними карманами внутри. Они идут на резиночке. И к низу они идут немножко зауженные. Вот зауженные как раз это хорошо, чтобы можно было их заправлять в ботинки. А может быть зимой в сапоги. В общем, брючки там было написано, рекомендовано брать на размер больше. Возможно, они подсядут после стирки. Поэтому я взяла их 54 размера. Ну, у меня всегда брюки, какие только не возьму, всегда малы. Поэтому, если чуть-чуть будут велики, мы немножечко их подошьем. Я думаю, что вообще-то должны быть нормальные. В общем, эти брючки я хочу померить вместе с этим кардиганом. И посмотрим, как это выглядит. А еще, девочки, я заказала себе трое трусиков бежевых, и я их вам, конечно, демонстрировать не буду. Цена здесь двое разных. Цена по 67 и по 73 рубля. В общем-то, я думаю, что цены недорогие, тем более размер-то у меня тоже не маленький. Вот, вот такие вот хорошенькие трусики. Ну, на этом все, мои хорошие. Все обновочки я вам показала, мне все нравится. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Проходите по ссылочке, которую я оставлю внизу. И до новых встреч! Пока-пока!